Илья, жрать! А в натуре где он? Да подевался куда-то, блин. Он же внизу был, да, когда мы там были? Да. В рот еду напихал. Был, в той стороне его было. Да он к туристам подмазался каким-то. Или по скалам, там же по скалам ползают, ну, парень, по веревкам. Он такой, у него живот заручал. Он такой, хочешь там поесть? Давай. И нажрался. Илья! Чё? Он ответил? Не. Я такой показала, что он скрикнул вниз. Илья! Он вернется или не вернется? Ты где? Если его не будет 5 часов, пойдем. Зачем? Забудем. Еду почует. Я потерял. А вдруг он случайно перепутает, пойдет вон туда, подумал, что ему надо вон туда. Ребята, а не подскажете, как до станции 168 километров дойти? Куликова? 168 километров. Куликова.